Привет, друзья! Я знаю, как делать ролики, понял, догадался, изобрел даже, можно сказать, чтобы больше и больше подписывалось людей. Потом вас тоже научу. Это достаточно просто. Но мне это просто, потому что я международный академик технологических наук и бывший профессор, хотя говорят, профессоров бывших не бывает. Что делать? Возраст, друзья, возраст, но молодею каждый раз, несмотря ни на какие обстоятельства. Скоро еще и постригусь, и буду вообще такой спортивный, такой легкий, хороший, несмотря ни на свои травмы, операции и все прочее. Послушайте, я вам сейчас дам хороший совет. Если, допустим, ночь темна, а вам плохо, в душе темно, чтобы был снова свет, чтобы была радость жизни. Ну, вспомните такую фразу про себя. Эндорфина не хватает, эндорфина не хватает. Эндорфин же – это такие гормоны, эндорфиноподобные вещества, которые повышают настроение и занимаются там в организме эти вещества, чтобы создавать... Ну, здоровье, потому что там происходит самоисцеление организма, там много чего хорошего происходит, и поэтому надо эндорфин качать. На самом деле этот эндорфин искусственно заменяет люди. Когда человеку плохо, он там выпьет немножко, алкоголь же искусственный заменитель эндорфинов. Так вот, слушайте, допустим, вам плохо, на душе плохо, чтобы был свет, вспомните сразу. Эндорфина не хватает, эндорфина не хватает, эндорфин надо качать. И делайте синхрогимнастику. Да, снимайте зажимы, делайте себе массажи точек и говорите себе: эндорфин качаю, эндорфин качаю, эндорфин качаю. Да, делайте всякие такие движения, которые как бы качают, а на самом деле и качают. Потому что, когда вы думаете об этом, и когда вы делаете такие повторяемые движения различные, хотя бы хлёст из синхрогимнастики по методу ключ, или шалтай-болтай, или имитируете, как вы колите дрова. Да, помните, Челентан наколол дрова? Я уже об этом говорил. Это была удачная находка режиссера. Или как пилите дрова, то, что вам подходит. Делайте, эндорфин качайте. На самом деле это снимает напряжение. Или еще один прием, там из ключа два элемента. Косить траву. Косить траву. Помните, у Толстого Льва Николаевича, там Лесин косил траву, Ване Каренина, и чувствовал какие-то моменты счастья. Эндорфин. Да-да-да, эндорфин качайте. Подбирайте себе действия повторяемые, которые вам больше всего подходят, которые больше всего нравятся. Это то, что вам, можно сказать, правильно. То есть синхронно вашему состоянию. Делайте повторяемые движения. Или есть движения идиомоторные, то есть левитационные. Да, но мы об этом еще будем говорить. И вообще, выходите на вебинар следующий, потому что будет очень полезный и интересный. Название мы еще придумаем. А сейчас, посмотрите этот ролик пару раз и запомните. Эндорфин качать надо, потому что эндорфины – это как раз-таки основа настроения хорошего, радости жизни, да. Поэтому люди и придумали виноделие, потому что заменитель эндорфинов. Да, а если бы придумали раньше ключ, то виноделия бы, наверное, не было. Было бы только мало и по праздникам. Да, и тем, кто хочет бросить пить, тоже надо эндорфин качать, чтобы на время отвыкания от алкоголя метод ключ ему помогал. Все, конечно, я не могу в одном ролике сказать, как другие части метода делать. Но вы смотрите на канале YouTube, подписывайтесь на канал YouTube, смотрите еще сайты stress.su и kasai.ru. Там много-много. И все пазлы сложатся. До встречи, друзья!